Заплачет, как дитя.
тебя больше нет никого. С вашего позволения, я вернусь к теме урока речи. У нас с этим связано чисто актерское такое светлое, радостное воспоминание. Мы не смогли удержаться от соблазна, чтобы уже на излете проекта не устроить зеленый спектакль. Но, правда, мы понимали, что не стоит превращать это в балаган, потому что зритель ни в чем не виноват, купивший билеты. Нет, это просто Георгий Леонидович вам сказал, что лишит вас зарплаты. Да, если вы будете Ты разрушаешь романтическую легенду. Вот. Поэтому мы решили оставить, так сказать, в рамках канонов, чтобы спектакль не потерял. Но при этом там было все. Там была бесконечная вереница пионеров, которая пришла на вокзал сопровождать Саню Григорьева, организованная менеджером детской труппы. Там была переодетая геологом Катя Татаринова. Там были вместо двух детей в коммунальной квартире у Вальки Жукова.